Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». Сегодня 21 июня 2021 года. И у нас опять обзор редиса. Кто смотрит мой канал, знает, что я люблю редис длинный. Чтобы одной-двух редисочек хватило на много, на хороший салатик. Ну вот как-то 30-граммовую кругляшочку я никак не воспринимаю как редиску. Да, конечно, она вкусная, но она мелкая. Поэтому у нас, как обычно, длинный редис «Красный великан». Последние весенние посадочки редиса. Дальше уже будет через несколько дней осенняя посадка редиса. Да, конечно, я буду сажать опять «Красный великан», «Сержант». 18 дней редис. И что-нибудь еще длинненькое, беленькое, красненькое. Может, еще розовенький. А теперь посмотрим, сколько весит наш «Красный великан» редисочка. Приехали весы. 66 грамм. 72 грамма. 72 грамма. Как на подбор. Тут корявая какая-то. 50 грамм. 107 грамм. И 96 грамм. Ну, в общем, средняя редиска от 66 до 107 грамм. В среднем сколько получается? 80 грамм. Нормально. Меня устраивает. Напишите в комментариях, кому нравится большая длинная редиска, как морковка. Вот у нас 6 редисочек, почти полкилограмма, 468 грамм. В очередной раз всем рекомендую. Редис сорт «Красный великан». Среднесладкая, среднеострая. Не самая сладкая, но и без сильной остринки. Всем до скорой встречи. Напишите в комментариях, кто любит длинный редис. Кого устраивает кругленький маленький. Не устаю повторять. Сажайте, пробуйте, и вам понравится. Этот редис очень хорошо растет, когда его сажаешь до 15 мая. И после 25 июня, уже осенний, наконец лета. Всем до скорых встреч!